И начнем выпуск со срочной новости. Только что нам стало известно о трагедии в Гиргебельском районе. Там пассажирская газель упала во овраг. Все произошло на участке автодороги Грозный, Ботлях, Хунзах, Араканский мост, неподалеку от селения Челдан. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и автомобиль опрокинулся. В результате аварии погибли два пассажира, женщины 46 и 55 лет. 8 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ближайшую больницу. Среди них двое несовершеннолетних, 8 и 15 лет. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.